SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Туля здесь не был. Привет. Вы просто не представляете, кто у меня сидит. Да, что? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Не тё? Говори, говори, я спрашиваю, я отвечаю. Нормальный контент. Контент мутим. А открой дверь-то мне, я как зайду? Сейчас запишу. Давай, давай. Спасибо. Обнюханный Оксимирон, да. Gang is back. Gang is back. Gang is back. Короче. Короче, раз, два, три, четыре, камера, работаем! Камон! Скоро. Так ой, ушел. Давай, по-серьезному. Люди как бы могут помочь нам. Как вы думаете, есть ли у меня проблемы, кроме проблемы с доступом к Джой-казино? Сегодня, по крайней мере. И в принципе. В принципе, мне как бы похуй. Опа! Клей-момент присоединился к нам. Ты что там, блядь, компания Хенкель, привет. Как трек называется, когда дропнешь? Я его дропну, когда захочу, мне вообще похуй. Амис в Астоне. Вот он помахал нам. А кто ты? А кто я на самом деле? Вот это слишком философский вопрос. Так, хватит. На самом деле, мне реально, блядь, нужна эта... Давай, давай. Это, отключи вот этих всех друзей. Они исчезли? Да, никто не видит. Погоди, а кто я? А кто ты? А кто я? Кто я? Шахматист Толя. Ну я пойду тогда. Какой вопрос? Говори. Ну, спрашивай. Нет. Сейчас, подождите. Давай. Не работает? Ладно, окей, давай. Звони, если что. Угу. Охуё, у тебя какой телефон красивый. Да, вот XR новый. Покажи всем, как его. Сейчас. Очень удобно, самый большой телефон. Откуда чтобы... взял? Спиздил. В смысле? Пацаны стали студия на Чернева? Да, на Чернева Ургант. Да, ну здорово, здорово. Блядь. Так охуенно, вообще столько народу смотрит. Просто, конечно. 29 человек. Блядь, это вы... Против Фейса, да скоро. Да все смотрите, да, все включите трансляцию, чтобы больше народу было, да. Чтобы я точно не охуел. Мама, я могу. Да, могу. Привет, ну что, какие-то вопросы? За... Да я могу сальтуху ебануть. Вот так вот, типа с GoPro-хой. Смотрите, раз, два, три. Так вот, блядь, мастер. О, Вертус вышел. Точнее, это тизер. Это вот Тёма рэп читает, смотрите. Я запряг свой карабан, я отправился туда, где море, тёлок, море. Море, просто море. Забыть про понедельник, чтоб забыть про понедельник. Ты вперёд, ты переезд и кома, эй. Я в тесте ведь не услышал гонга, эй. Спасибо большое, Макгрегор. Хабиб, фанаты Макгрегора, пидорасы, как там Гуф говорил? Дроп, но завтра, к сожалению. Там большие проблемы есть. Ну,
Сам ты читаешь плохо, Тёма молодец. Гоу. Бля, ну вот за Путина жестко было. Спасибо большое. Про Путина оставить обязательно надо. Продадим потом рекламу в Кремль. Нормально я придумал, никто так не делал. Это новый трек, который выйдет на альбоме. Спасибо большое. Спасибо. Чем зарабатываешь на жизнь? Я обычно ворую. Помидоры. Помидоры. Это, мы Путина что, убираем? Путина убираем? Не-не, а с Путина, в смысле, его нельзя убрать. Он уже 19 лет у власти. 18 лет у власти уже как-то уберешь. Такие, блядь, сидят чекисты. Что, Путина убираем? Можно на студию убрать Путина. Батл с Галат. 19 лет. Есть у нас математика, конечно. Был уже вообще-то. Ты все пропустил. Всем могу помахать, смотреть. Че вообще, как дела у вас? Че, слежу за тобой с финала слова МСК. Вон я проиграл пацану. Вот этому пацану я проиграл. Я, кстати, к тебе в прямую трансляцию добавился. О, спасибо большое. А ты видел, что я нажал в Инстаграме? Посмотри. Мне будет весело, очень. Окси. Мы вейс еще рано. Раньше вообще никак не воспринимали сексуалы. Ну, все равно сейчас какие-то, блядь, типа из молодых именно говорим, если. Ну, так хайповых. Ну сейчас хайпит ты, понятно, блядь. Warner Music сейчас делает свое дело. Но, кстати, блядь, я уверен, что конфлаты за Sony Music туда попал. Они меня наезд закрыли. Привет. Просто, блядь, Артем весь Wi-Fi спиздил и ничего не работает. Харрисон, привет. Главное, что Whitebeard'а нет здесь. Там вон Тёма есть зато. Здравствуйте. Ребят, у нас тут вопрос. Какой сейчас самый вот рэпер крутой, которого слушают больше всего? Хайповый самый такой, чтобы все типа знали, кто это вообще. Все. Привет. Какой рэпер крутой? Давай, фит. Вот будет с кем-нибудь фит? Будет. С Ванна Нит Суисайд. Вот с ним будет фит. Привет, Кать. От одной ничего не будет. Давай еще дорожку эйров. Или две. Окси? Да не, ну Окси нет. Блин, начинает троиться, когда ты каши. Ты каши, говорят вот люди. Сань, ты каши, говорят, хайповый. Ты каши хайповый? Да. Из русских? Хаски какой-нибудь, говорят, нет? Витя АК. Три года прошло с тех пор. Именно рэпер, именно музыка. Маркелова с тобой, точнее. Бля, Маркелла, лучше беги отсюда, блядь. Ну что, Ваня? Флат, Биг Бэби Тейп, Бульвар. Ну вот ты прям назвал все, что мы назвали. Бэби Тейп. Блин, Бэби Тейп серьезно так популярен сейчас? Бэби Тейп здесь, я думаю, мы не скажем, где. На Закуру Рекордс. Маркул, говорят вот люди. Я полгода назад его, блядь, альбом слил, ютуб никто не заметил. Это, три песенки? В Питере. Нет, я знаю, потому что, типа, те, которые... Дебат у нас, кто самый популярный рэпер, помимо... Мияги Иншпиль, кстати, вот люди говорят. Так, что? Я на приоре не езжу. Блин, отбрасываем вариант. Я думаю, LJ, вот мне кажется... LJ? Нет, вот мне, кстати, реально... Лёха? Зараза. Гуф, наверное, Гуф. Гуф? Хуй знает. Мне Гуф кажется, есть. Это токсичный чел. Янчик, говорят. Очень нормальный чел. Да, Янчик, он уже... Серега. Яникс, тебе на С. Серега, тебе на А. Артем. Это я! Какой, Тесла или Лойк? Артем Райтрау. Так. Токсичный. Тебе на Н рэпера надо назвать. На Н? Да. Никарагуа. Нойс. Ой-ой-ой, ну как еще, давай поднимем тему. Не, вообще просто называем? Да, сыграем в рэперов. Блядь. Давай, не русских или не русских? Русские. А
А ты видел, вышел батл на 140 BPM? Видел, вышел батл Игорь Весна? Не получилось. Почему? Все время он продвигал это массы. Здесь все включали, короче, Азапахер или еще какую-то ебань. Бля, я, наверное, не могу. Нигарекс вот все пишут. Никел, Никел. Не знаешь, что ли? НТЛ группа, помнишь, там? Там Диклен шумит, блядь, да? Нижний Новгород. Никсель Пиксель. Но она не рэпка. Бля, такая ебань, конечно, Миксер Пиксер, это пиздец. Я, блядь, посмотрю. Короче, мне приснилось, мне был сон. Так. Что я батл с Микси на Версусе. О, блядь, на! Ты не видел этот видос? Слушайте, послушайте. Блядь, нахуй, сука! Блядь, нахуй, сука! На рэк! Я экономил на обеды, чтобы купить, типа, пластинку All Dirty Bastard. Я, да. А у тебя хоть был, блядь, граммофон? Да, ты говорил. Ты что, дурак, блядь, ты на чем слушал? Я просто убирал. И берет, короче, эстратор останавливает и говорит, Тесла победил. Такой, да. На его раунде. И такой, нахуй, щенок, блядь. Ну, как, на реке останавливаемся, на К. Китсоул, Китсоул. Ну, не знаю. Плохо? Надо популярных? Нет, ох, какая разница, назвал рэп русский. Не, ну Китсоул, это R&B. Я не помогаю, они без меня вообще не вижу. Не, N, я вот кроме Нарека и Нигарекса, вот на N что-то. Никел. N, ну, NTL. N Finch. Он вернулся, кстати, и записал трек про кокаин. И не надо было. У нас свои... Это 10 очков Гриффиндору. Перечислите, пожалуйста. А говорит, у меня нет туза козырного, нет туза. А тебе на S давай. На S Серега. Был уже. Был уже Серега, да. Ого, видали? Саша Степанов. Дальше, тебе на Т. Тимарцев. Тирепс. Тимати, братик. Тимати, друг мой. Он рэпер? Типа, да. Типа рэпер. Кто? Типа рэпер. Типа рэпер, это никнейм? Типа рэпер, это типа рэпер, да. Надо было на S, на S все говорили, надо было с Востони назвать. А Гарт Матранга еще все слушают. Кто? Ну. Матранг точно не рэпер. Кто? Ну, типа... Давай честно. Матранг, он амфибия, блядь. Давайте, он для нас. Вот эти, блядь, звуковые волны, я не воспринимаю. Только дельфины могут слышать Матранга. Блядь, я был в океанариуме недавно. И дельфины слышали Матранга? 15 тысяч рублей стоит поплавать, сука, с дельфинами. Я подарила это Артему. И мне говорят... Я шучу, нет, если дети зайдут... Ворм. Я не делала это, шутка. Здесь занят 130 тысяч? Да, здесь занят 130 тысяч. Я говорю, нахуй мне без нас плавать с дельфинами? Такое чисто. Бамблбизи, баста. В жизни. Басту слушают люди, как вы думаете? Ну, за 40. Да, ну хватит. Я угораю. За 25. Ну, за 25. За 20, да, да, да. Медлячок еще все слушает. Медлячок что? В школе? Ну, в школе. Охуенно, я смотрел кастинг на песни, и там челик выходит такой, и включается колонка такой, я буду петь, типа, кавер. И он играет медлячок, они такие все, и он такой, медлячок, чтобы ты! Ему хватит, братан, о, спасибо. А ты не видел, кавер, чел выходит и говорит, я буду петь ЛСП, холостяк. Начинает махать ветками, блядь, это очень смешно. Ему говорят, а почему ты других исполнителей не перечислил? Он говорит, так он один поет там. Кого еще? Трилпила вышел. Блядь, так трансляция за Трилпил лучший рэпер мира. Блядь, проплатил. Нет, Трилпил, он же реально, типа, там, у него вышел. Холостяк, да-да. Ну, у него, типа, свой вышел, там просто припев ЛСП. В окно вышел не Трилпил. Не, подождите, а вы мне скажите, что я все, дорожки выкидываю? Дорожки черти... Ой, выкидывай, да. Ну, блядь, а то бы ничего не будет. Не, серьезно, ну, не на Сакуриш, да, сводится? Что вы, подождите, сказали, Алфавит, говорят. Рэмдиго вышел. Артем, Алфавит крутой рэпер? А, кстати, с Никитой давно не общался. Мне кажется, мы бы нашли много общих тем. Точек соприкосновения? С кем? На столе. На карте, на карте, чертежной. Да, будет. Да, твой грех присоединился к трансляции. Помахать. Иллюмейт, говорят. Да. Бля, посмотрел ретро у нас с хлебом. Смешно? Смешно. Мне тоже очень понравилось.
А кто с Бульваром делал подкаст? А кто там? Девочка? Там такой, да, женский. Я не помню. Это был. Юля, наверное. Юля, да. Юля Чинацкий. Как Федя Чинацкий. Вот. Сегодня. Редо, как тебе? Редо, как тебе? Редо? Редо, как тебе? Гудок нормальный. Гудок? А, с Сашей, да. А Ресторатор слышал у него? Соболь нормальный. А Ресторатор слышал у него это? Ты про что говоришь? Про то, что... Ну, вообще, в принципе, а, окей. А ты про что говорил? Про вступление у Райт Рауна? Да, а Ресторатор не слышал, тоже делал? Не слышал? У него трестер, эстетика тоже есть. Соболь, да, соболь нормальный, типа. Ну, Хорус не знаю, а вот Луперкаль круто. А как бы мы должны сейчас быть на концерте Кислотного дома? Грустный стон. Расскажи историю, Тём, грустную. Просыпал сегодня последнюю. Даже не знаю. Теперь весь нос в ворсе от камрада. А Стэдди как тебе, который застрелился? Никогда. Ой, да это пиздец. Что там, блядь, я не знаю. Почему он застрелился? Кто объяснит мне эту шутку? Я не знаю, ну застрелился, говорят. Говорят, пуля настоящая была. Говорят, Райт Раун как-то умер. А Стэд, ну кто-нибудь следит, скажите, пожалуйста, Стэд это живой или нет? А Райт Раун умер, помнишь, как поставили фотки его с лентой? Он просто где-то был и через два дня зашел, и тут пацаны, а почему все пишут мне, что я умер? Да, было круто, конечно. Тизер чекал Веруса, нет, еще не чекал. Стэд живее живых. Федь молодец, Федь крутой. Ладно, и круче будут. А что с Букером и Варабом? Что с ними? Тём, что с Букером и Варабом, Тём? Что с Букером и Варабом? Никаких голых девушек даже. И никто не знает. Варабу салют. Варабу салют, да. Пау, блядь, чуть опять со нос не разъебал. У Стэда водный пистолетик был. Да у меня в горло село. Куда? А, шутка такая. Джубили, говорят, хороший рэпер. Микси хороший рэпер. А ты не видел этого? Блять, нахуй! Ты не видел его последний батл? 24. Когда он этот, пэк-пэк-пэк не исполнил нихуя? Да. А вот это нет, вы досмотрели до момента, где пиздец? Нет, я сижу в хихрене. Блять, не начинай. Такой начинай, я смотрю, как бы хуёво в бане плыть, он меня, конечно. Какой надо? А потом он такой, аааа! Да, ты видел? А Настя, говорит, не видела этого. Нет, это вот так вот делают папы, а он делал. Как вот знаешь, вот кот наш этот отхаркивает. Блант хороший рэпер. Что? Ой-ой-ой-ой-ой! Мог быть! Да. А мог бы отхаркнуть нормально. Микси, Стефан тогда тоже рэп. Стефан, как тебе? Как кто? Ну как пацан. Могло быть и лучше. А как рэпер? Как рэпер, заебись. Заебись. МЦ похоронил хороший рэпер. МЦ похоронил хороший человек. Серёжа, привет. У него есть треки, да? У кого? Да. Похоронил. Да. Нет, мне очередной привет Хэллоуин. Вообще, я знаю, что у него есть еще девушка. Да. Ты знаешь? Я тоже передаю. Я тоже знаю. Да? Азиату привет большой. Азиату привет. Все мои шмотки пяти. На миллион. Как он там делал? Слишком. Да. Что за игнов? Виталь, привет. В телегу норм. Ну да, наверное. А кинь вот всем, кто подавает на трансляции, пусть все послушают первыми этот. Спасибо. Что за эксклюзивы? Ну, можно включить, я удалю просто ее потом. Dirty Monk лучше рэпер. Dirty Monk. Можем Паш Техник позвонить прямо сейчас. Ты можешь удалить, ты можешь записывать. У тебя лист. Ты же можешь записывать. Не записывать. Сейчас не надо записывать. Вот сейчас. Когда будем песню показывать, не записывайте. И все такие, блядь. Гуф, я не читаю рэп. Где Федя? Федя, наверное, в гараже у себя сейчас. Или дома, не знаю. Где доме? Я зарде. Где доме? Не знаю, коллега. А у вас Монсон до сих пор там правит в Красногорске? Да, да, да. А у нас еще, короче, был Ради Хабиров. И он давал кучу бабок на футбол. Юран тренером был. Типа по улице? Не, ну выделял, короче, кучу бабок. И пришла новая какая-то женщина вместо него. И сказали, нахуй ваш футбол за такие деньги. В смысле, пошел нахуй своим футболом? Мама, пошли нахуй своим футболом, она сказала, и больше нету денег, и там все. И нет футбола в городе. Все же не одно не напишешь. Кстати, у рыночных вышел. Да, из тюрьмы, да. Охуенно. Бразику респект. Колонна, круто.
такое. Я Оста один раз записывал там. Знаком с ним. Оста? Где, в тюрьме? Да. В тюрьме записывал? Да нет. Сказал, Орехово Зую, я был там, кстати, пару раз. Бандан на правом плече. Меня Саня записывал через Word. Вот слушаешь, Мезу, Алфавиту, Локдог. Это твои мечты? Скрепка? Скрепка в Word записывал. Вот это хуйня. Почему он ее так показал? Я говорю, нормально валю, он говорит, охуенно просто. Просто заебись. Ну чё, ребят, шотгеймы снимать будем? Шотгеймы хуярим? Давай. Ну это уже не шотгейм. Берем трек... Бу! Это пиздец. Я в Москве. Кроме него я ничего не послушал. Шарон. Шарон рэперсин. Да, кто знает. Блять, как ты это сделала? Думаю, что у тебя есть звук. Да вон там это... А, он есть. Не общается там человек. Ну что, а где Смарконе? Кто? Я вас всех знаю. Я знаю вас. Ого, смотрите, это наш мамочка там показывает. Ого, это что? Блин, ребята, такая рекурсия, я сейчас с ума сойду. Тише. Ладно. Даша. Да. Район тебя остается без защиты. Там уже ходит. Ты предлагаешь мне сейчас с Питера прилететь на Селигерскую? Да, Селигерской нужен герой. Герой — это Борн. Тебя... Ребят, ну у вас остался Борн, пожалуйста. Костюм есть какой-нибудь, плащ там? С лосинами. Я дам ей все. Блять, если хуйня жутко. Даша, можно шутку пошутить, Тёме рассказать, которую я тебе в Телеграме писал? Ну, при всех. Про песни. Да. Блять, Тём, а нормально скидываю Даше. Блять, ты видел, как твой парень типа на песнях? Чё, блять, я скидываю Стасу видос. Спасибо, Вань, что скидываешь. Было смешно, все, пока. Все. Да. Очень, блядь, спасибо, что зашла. Только Стаса расстроили. Приятно было пообщаться. Да. Да, Стас тоже. Стас вот здесь. На. Сердечки. Да. Скруджи, как тебе, Артём? Вообще никак. Никак. После шотгейма не писал. Я ждал, блядь, какой-то фидбэк, типа, хотя бы висточку в армию. Что, у меня, прикинь, я, у меня, типа, дембель, он меня встречает на КПП. И такой, блядь, что там была охуенная. Да, нет, это странная фантазия. А где еще один раз был, что ли? Я погнали. Я дэнку тебе так раз. Бамблбизи, нет? Бамблбизи, нет. Смотри, одного рэпера дам от себя. Вот реально, кстати, знаешь, кто? Чего, Валя? Мне нравится. Кто? Только нет. МС Крокодил. Не, мне просто надо еще как раз идти. Когда камбэк? Когда камбэк? Я не слышал. Когда камбэк у Теслы? Камбэк у Теслы? А кто спрашивает? Не знаю. Скажи. Не могу выговорить. Почему? Ну, потому что... Казах? Ну, что похоже на казах. I'm descendi. Остался всем чуть-чуть. Чуть-чуть. Все. Я уже сделал все, что можно за эти 3 года, поэтому, пожалуйста, мне хочется с вами всеми пообщаться. Даже и с казахом с тобой тоже. Возможно, я скажу тебе там, о, марэнс. Я снова на армянском такой, да? Ладно! Короче, будет круто. Будет шотгеймы с Ваней Млечным. Будут такие губы деколинг с Райтрауном. И просто хорошие губы что с Райтрауном? Губы деколинг. Готовка с Хэллоуином. Вот, и все. Примерно такой вот контент от меня качественный, соответственно, да? На хуйню снятый. На рэп? На рэп снимать будешь? Да, студия 21. Смотрите Ваню Млечного. Смотрите. А можно смотреть онлайн-трансляцию? Иногда. Иногда? Нет. Иногда нет. Ты, типа закрываешься вот так вот, типа Ваня Млечного. Тесла Куэмэйту бы, они угарно всякую хуйню снимали. Снимали, было зефир, мы рисовали, было круто, потом всё, как-то раз не тут недавно я показываю тебе девочки на своей работе. Меня? Да, я просто говорила, что Ваня будет тебе что-то писать, я показываю твою фотку, и она говорит, о, так я его знаю. Я думаю, ничего себе. Он же этот, просил мелочи Артём меня. Артём попугарен. Кстати, можно сокольничество. Это он был. Ну, он же это, он же делает тебе досы. Не с этим, с Андреем Коновалом. А я тебе забыла, что... Что, погнали? Да. Все, мы пошли, МЦ Пох. Ой, блядь, ну ты зря эту шарманку завертела. Ну, я в шоке просто. Сделала все, что могла. МЦ Пох. МЦ Пох, привет. МЦ Пох, привет. Катравасер, привет. Катравасер.
панчлайн давай. Да, да не, у меня день рождения был, он вообще лучший, Занька. Все, на этой прекрасной ноте мы пойдем. Подписывайся на мой YouTube-канал. Сейчас, секунду, отвечать. Привет.